Квитович Дмитрий Константинович родился 15 января 1923 года в поселке Шарловка Красноярского края. В июне 1941 года, когда началась война, он был направлен в Новосибирское пехотное училище. Младшим лейтенантом направлен на Волховский фронт под Ленинград. Когда была предпринята попытка деблокировать город, Квитович был ранен и после ранения направлен на Юго-Западный фронт. При форсировании Днепра подразделению Квитовича удалось первым вступить в бой с немцами и отбросить их от береговой линии, что создало возможность переправить на правый берег Днепра всю оставшуюся технику и вооруженные силы дивизии. За мужество в боях на Днепре Квитовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц в его родном поселке Шарловка названа именем героя.